Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И последнее, что я хотел бы сказать в плане политической свободы, это ее крайнее проявление и мое мнение об этом. Анархия. Анархия, как говорили анархисты начала 20 века, мать порядка. Но, на мой взгляд, анархия противоречит не только здравому смыслу, но и Писанию. Дело в том, что Библия подразумевает наличие достаточно жесткой и структурированной системы власти. Когда мы говорим о теократии, это во главе Господь. Когда мы говорим о политической власти в стране, это государь. Библия не рассматривает такие политические системы, как демократия и анархия, как вообще варианты для рассмотрения. Нам нравится анархия, которая, грубо говоря, провозглашает, что каждый из нас имеет право делать то, что он считает нужным, поступать так, как он хочет. При этом анархисты-идеалисты считают, что человек по природе своей добр, благоразумен и не будет ущемлять права других людей, если ему предоставить полную свободу. Однако Писание говорит о том, что все совратились и все лишены славы Божьей. Все согрешили и все испорчены грехом. И как только мы попадаем в состояние абсолютной свободы, как правило, да даже не как правило, а на 100% все ею злоупотребляют. Мы нуждаемся в ограничениях извне, мы нуждаемся в системе власти, по крайней мере, до того момента, когда Бог изменит нас. А это достаточно длительный процесс.